1 сентября медицинские работники, которые являются помощниками врачей и работают в фельдшерских пунктах, будут лишены права выписывать направления на оплачиваемые государством медицинские услуги. Данная инициатива была одобрена Латвийским профессиональным обществом помощников врачей амбулаторной службы, профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода, Латвийским обществом больниц, Ассоциацией сельских семейных врачей. В то же самое время планируется предоставить право выписывать предназначенные для амбулаторного лечения компенсируемые лекарства и медицинские устройства помощникам семейных врачей и работающим в их практиках медсестрам. В настоящее время это может сделать только врач. Напомним, Министерство здравоохранения намерено внести ряд существенных изменений в правила организации и оплаты услуг здравоохранения в соответствии с принятым в конце прошлого года новым законом о финансировании медицинской отрасли в нашей стране. Лариса Кириллова, Александр Хлестов, телевидение.com.